Молодой человек. Я сейчас принесу из дома документы. Я сейчас принесу. И вы увидите, что вы не имеете права это делать. Все, несу. Вот так вот. Андрюшкина образа уже нет. Вот, видите? Все разворовывают. Все забирают. Металл забирают. Хотя гаражи были даны ветеранам вооруженных сил. Вот прям очень хочется вот этого молодого человека заснять. Вообще не хочет. Ой, ну отворачивается, не хочет. Ой, да ты моя радость. Конечно, я с вами адекватно. То есть у вас есть какая-то бумажка с печатью вы герой, а у меня куча бумаг. Я ничего не... Хорошо, постановление суда мне дайте, пожалуйста. Постановление суда мне дайте, пожалуйста. Постановление суда мне дайте, пожалуйста, и приезжайте. А вы что отворачиваетесь, молодой человек? Я с вами разговариваю. Дайте мне, пожалуйста, постановление суда. У нас заявление заводского мура. У нас заявление. Есть определенный порядок, по которому эти гаражи являются незаконными. Вот вы меня послушайте. Есть определенное распоряжение. Вот вы у нас послушайте, пожалуйста. Мы имеем право их снести отсюда. Мы обязаны это сделать, а не имеем право. Да вы деньги зарабатываете, вы мне не рассказываете. Вон двухэтажки. Вон двухэтажки стоят там бомжи напротив школы. Молодой человек. И у нас, заканчиваю с вами разговор. У нас двухэтажки напротив пятой школы. Там бомжи, там алкаши. Вам все равно, да? А наши гаражи вам нужны. Алкаши, потому что это денежка. Очень, да нет, да. Все там же. Все в администрацию, да. А вот наш гараж разворовывают. Замечательно. Вы занимаетесь этим? Нам сказали, мы занимаемся. Ну вы молодцы, конечно. Вам же надо бабосы заработать. Нет. Вам же надо бабосы. Видите, даже с оружием. Ну, конечно, с женщинами же надо как-то справляться. Смотрите. Да, раз. Сказали. Машина, раз. Давай, давай, померяешь. Вот это восьмой гараж, вот они сейчас занимаются этим резком. Вот, да, Андрей. Давайте, режьте, режьте, режьте. По мне режьте, давайте, давай. Давай, давай, давай. Как к вам обращаться, граждан? Людмила Леонидовна. Людмила Леонидовна, вы препятствуете деятельности данных сотрудников? Не знаю, я не вижу бумагу, я не вам вижу. Бумагу. Я ее не... Это бумажка. Это бумажка. Это он мне на мои документы случае, говорит бумажка, я на его причины. Документы говорю бумажка. Если ваши действия не будут прокращены, я применю конфиденцию. Хорошо. Давайте попробуйте. Все. Толь, да, вот меня тут видишь? Нет, не... Ты что трогаешь мою жену? Толь, тише, 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 тише. Ты что трогаешь мою тише, жену? Тише, 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 не надо просить. В смысле, никак. А вот не надо. Сотрудник полиции. У нас все документы лежат. Где? Лежат документы на подписи. Руками трогал, все. Конечно, я прошу. Толкал, он меня толкал. Я прошу, наоборот. Я как раз человека прошу отойти и дать работать. Прекратить данные действия. Нет такого, чтобы человек... Вот видите, пожилой человек, а им все равно, они с оружием ходят. Я не отойду. Вот что хотите, вот можете меня бить, убить. Я не отойду. Я не отойду. Вот что хотите, делайте со мной. Я не отойду.